То есть потом был Дорн, и ни много ни мало два альбома вы сделали. Да. И сейчас еще, получается, вышел трек, который вы делали, как я понял, раньше. Да, да. Кстати, он есть в моем исполнении. Ты уже в Москве, но треки здорово до сих пор продолжают выходить. Понял? Вот этот эффект. Это лучше дисторшн сделает или вот это? Дисторшн, я думаю. Вот этот. Мы вдвоем с Ваней сделали буквально за час набросок, который он потом гонял в тачке 2 или 3 дня подряд, просто не вынимая флешку. Ну, она ему очень понравилась. Когда у тебя песня рождается вот так вот за 2 часа, это говорит о том, что в ней что-то по-любому есть. Напоминаю, песня называется «Пристально». Ну, Ванька там переделал кардинально куплеты, полностью прям совсем, там были абсолютно другие куплеты. Он переделал аранжировку, ну, то есть там, по сути, остался только, наверное, первоначальный импульс, который был, вот, и все. Ну, та демка, которая, грубо говоря, от которой они оттолкнулись. Я не могу сказать, что это моя работа прям. Ну, это просто то, что мы начинали делать с Ваней, и то, что он закончил сам, скорее всего. Вот тебе понравился конечный результат? Сложно сказать. Или я просто привык к той, да, это я сейчас буду не объективен просто в оценке. Но это классно, я рад, что он переключился опять на русский, это правильно. Был трек на первом дебютном альбоме, «Слишком полный» назывался. Да. Слишком полный, слишком полный, как будто все тут не знают, что это можно. Скажи, как эта история вообще получилась? На тот момент, когда Ванька стрельнул, огромнейшее количество крутых артистов хотели с ним записать фит. И он практически всех обрезал. В итоге Ваня сказал: чувак, я очень хочу, чтобы эта песня была на альбоме. Вот сделай ее сам, как ты считаешь нужным, полностью. Вот сделай, как ты хочешь. А точнее, он мне это не сказал, а написал на бумажке, потому что у него были проблемы со связками. Он ходил к фониатору, потому что гастроли у нас были, на секундочку, там март месяц был, за которым мы побывали в Киеве дома один раз. То есть все остальное время это были гастроли, гастроли, гастроли. Ну, а по поводу, ну, почему я сольно его выпустил? Мое творчество нравится ребятам из танцев на ТНТ. И это как бы, ну, у меня первая песня была «Последний раз». Она там звучала, вот 2 года назад ее взяли туда, и там классный номер получился. Ну, и в этот раз они тоже решили взять песню, и их выбор пал на песню «Полный». Ну, вот, естественно, песня уже 4 года, я ее переработал, перепел, то есть вот, и выпустил. Не надо стесняться. Самая любимая музыка здесь играет. По поводу трека «Стецамен», планировали вы или что он стрельнет? Были ли надежды на него? Ты знаешь, я тебе честно скажу, не буду себе лавры вешать за эту песню на голову там, и медали на грудь. На самом деле мы начинали делать этот с Ваней, как бы я там набил какие-то колотушки, подобрал ему пару синтов, мы там он же сам музыкант на самом деле, он наиграл партию на клавишах. И в какой-то момент я понял, что меня вырубает, это уже было 2:30, я ушел спать. И когда я проснулся, у них уже была какая-то демка на уровне там под органный бас, они напели, по-моему, куплет и припев, но на тарабарском. Я проснулся, это все чикнул, все подрезал, все правильно, ну, как бы в какой-то вариант демки привел этот, и согнал им. Ну и по сути все, то есть как бы демо они написали с Пахатамом, по большому счету. Но вот потом, когда это надо было доделывать, конечно, там переработал я, ну, как бы процентов, наверное, 70 грува. То есть я перестучал всю ударку, там все это свел, переделал. То есть там, некий топ-лайн уже был готов? Ну, да. Ну демка, зарисовка была у них, то есть они ее сделали, то есть я считаю, что все-таки, наверное, больше это пацаны сами сделали. А вот «Северное сияние» я делал, наоборот, с Ваней вдвоем без Пахи. А если говорить о «Бигудях» или «Ненавижу»? «Ненавижу» — это вообще старая песня, которую они писали с... Блин, у меня такой крутой видос есть, кстати. Что, посмотрим? Офигительный, да, посмотрим. И мы приходим к Пахатаму на репетиционку, и там делаем первую концертную программу. Не подходит, да? Блять!
Я снимаю! Сука, мы не сохранились! Мы ничего не сохранили! Ненавижу эту старую песню. Короче, Ванька раньше был в проекте «Паранормальных». А потом у него закончился контракт, он там оттуда ушел. У него не было концертной программы абсолютно никакой, потому что, ну, типа, те песни, которые он пел в паре, это были не его песни. Но у него были какие-то старые наработки свои, которые он там в школе еще писал и так далее. Вот ненавижу это вот одна из этих наработок. Ну, аранж там мой. Гитары, грув, бас, там, не знаю, бэки. Там, я даже бэк-вокал мой есть, ненавижу.